Все приходится выносить, укладывать, увозить. В большом доме 3 спальник, 2 санузла на первом, на втором этаже. На первом этаже гостиная с кухней большая, то есть 5 на 9. Вот прихожая 4 на 4. Сначала что-то не хотелось переезжать, но когда уже узнали, что дорога будет рядом, то есть смысл здесь оставаться, дышать выхлопными газами. Компенсацию дали нормальную, то есть люди купили себе, кто купил квартиру, переехал, кто-то решил дальше, то есть новый дом строить. Дана была реальная сумма, то есть что так продал бы это я дом за эти же деньги, что государство выплатило мне их само. Друзья, согласились.